Акция стартовала 25 января в Москве в Храме Христа Спасителя. Она стала возможной при поддержке священного кинота Святой Горы Афон, Ассоциации греческих общественных объединений России и прошла по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Екатеринодарской епархии и при участии Сочинской общественной организации российских греков «Эноси». В концерте «Реквием» в Зимнем театре приняли участие духовенство, известные деятели культуры, такие как Ирина Купченко, Алексей Петренко, Алексей Булдаков. Выступил и Государственный академический ансамбль народных инструментов «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Цель проекта – нравственное воспитание молодого поколения и укрепление духовных связей между русским и греческим народами.